Всем привет, с вами я, Ван Грешник. Мы продолжаем играть в Grim Soul Dark Survival RPG. Без смс-регистрации, шутер от первого лица, гонка симулятор кам. Продолжаем. Короче говоря, это вот звук поверх видеоролика. Видеоряд я специально записал, я там буду фармить что-то. Это, знаете, это видео не то чтобы вилами по воде, это видео лопатой по воде дубасить. Вот из этого разряда посидим, пообсуждаем с тобой. Так сказать, ты услышишь мое мнение насчет этой обновы будущей, которая нас вот-вот ждет. Вышел анонс обновления, как я понимаю, четверг 15.00, скорее всего, по московскому времени, не знаю по какому. Как бы должно, по идее, выйти обновление. Анонс обновления, я так понимаю, вышел у пользователей iOS, на Android нет. Не знаю. Посмотрим. Речь идет в обновлении о какой-то повозке. Напомню, что в игре повозки никакой в помине нет. Есть карета. Есть карета в игре в чертежах, но, опять же, чертеж этой кареты не получить никаким образом. Либо это точнее, изменение в чертеже, как, например, было с подвалом. Вот был подвал в чертежах, его немножко поменяли, хотя вроде как внешне он таким же и остался. Но тут речь именно в постере, который выставили, вот четко только о какой-то повозке. Либо так опечатались, что я очень сильно сомневаюсь, либо это одно и то же, одна и та же история, карета-повозка. Просто, может, поменяют чертеж, напишут повозочка, и вот будет что-то новое. Что это может быть? Ну, во-первых, намекнули, что будет новая локация, это... Как бы и так понятно уже, ладно, окей. Вагенбург, как спасибо, что назвали в честь меня. Если бы там было Вагенбург, это было бы, конечно, очень круто, но нет. Там написано Вагенбург. Я пост вставлю куда-то вот сюда, вы увидите название, все дела, тырым-пырым. Скорее всего, это повозка. Я поставлю две свои точки зрения. Первая точка зрения — наихудший вариант развития событий. Это будет мини или такая средняя локация по типу обсерватории, на которой будут измененные мобы по типу проклятый рыцарь или рыцарь зеленый с локацией, у которого есть какое-то определенное умение заряжающееся. И вот 3-4 штуки их пихнут, а может чуть побольше, а может чуть посильнее, с хп как у храмовника. И вот мы пройдем со стаком хила, с более-менее усредненной оружкой, сливанем их и будем забирать детали для этой повозки. А повозка, ну, это будет, видимо, прохождением куда-то дальше на северные земли, через вот эту вот речку, куда-то в левую больше сторону. Хотя, опять же, странно, там все-таки, мне кажется, введут какую-нибудь лодочку. Может быть, повозка нужна будет, чтобы дойти до башни сверху с севера, вот есть закрытая башенка, вот может быть туда доехать. Это в худшем варианте. В лучшем варианте это будет реально новая большая локация, не подземелье. Я очень сильно сомневаюсь, что будет новая подземка. Скорее всего, это будет аналог испытаний, может быть, аналог катакомб или что-то в этом духе. Накидают новых мобов. Вот если накидают новых мобов, молодцы. Не только визуально, но еще и как-то они будут по-другому атаковать. Отличительная будет их черта от мобов подземелья истязателей, от мобов подземелья от рекуши и других существующих в игре. Не будет там, знаете, три прокаженных, четыре эти индивидуума, инфузория, туфелька и что-нибудь еще. То, что уже было, но в измененном виде, как мобы на Хэллоуин, например, зеленого цвета, или в обсерватории призраки, это рыцари с трешки. Вот, надеюсь, не такое будет. Надеюсь, не просто визуально изменят. Даже если затронут визуальные изменения, то ничего страшного, пусть это делают. Ну и повозка будет собираться для... Смотри-ка, хотел сказать и забыл. Для этого... Ты мне скажи, я тебе скажу. Для посещения новой какой-то локации, в которой как раз-таки будет находиться босс. Новый босс, возможно, это будет как раз-таки, как указано на карете в чертежах, какой-то король чумных земель, ага. Что-то в этом духе. Ну, хрен его знает. Гадать, конечно, можно много. Но вот я высказал свои два предположения, самые такие, на мой взгляд... Более-менее, ну, как бы такие... Может быть, повозка, если мы говорим про мелкие изменения, может быть, повозка это будет пристройка какая-то к лошади, и ты сможешь на лошади ехать на север, и у тебя будет дополнительное место, куда положить. К
кстати, как вариант. То есть не что-то новое по типу «вот, повозка позволит тебе пересекать дальше чумные земли, больше с собой брать каких-то предметов для сражений с каким-то боссом на других там землях, вот там где руда, где башня». Не такая тема, а как бы просто дополнительный склад, дополнительный ящик, который будет всегда с тобой на том же севере, да, вот. Три полосочки, три ячейки специально добавить, чтобы просто дольше кататься по северным землям, не возвращаться дольше на домашнюю локацию и забивать лут. Но это мелкие изменения, давайте уж так, да. Просто какой-то сундук для лошади, короб для лошади, если по-простому. Может быть и такая тема. Но все-таки да, я склоняюсь к тому, что это будет начало для того, чтобы открыть, возможно, либо какого-то босса, либо рейтинг многопользовательский для сражений между игроками. То есть будет какая-то отдельная арена, после сбора повозки, вы сможете клан гильдии куда-то поберечь, что-то сделать, пырым-пырым, туда-сюда. Но это вот прям вообще маловероятно, я в онлайн в Grim Soul очень сильно сомневаюсь. Очень много, если уж делать какие-то PvP-шки, это 100% нет, много надо ребалансить, много надо изменять, это, мне кажется... Если и будет что-то такое, то проще уж отдельную игру пилить, а не какие-то изменения сюда закидывать. Это как по мне. Но все может быть, все может быть. Так что в целом как-то вот так. Не знаю, пишите свое мнение в комментариях, интересно почитать. Будем ждать обновления, посмотрим, что там понадобавляют, понавыбирают, понанакидывают. А там уже будем... смотреть, оценивать и говорить, хорошо ли, плохо ли. Но в любом случае, знаете, любое обновление в Grim Soul, это хорошо. Это хорошо, неважно, что уж там добавят. Главное, что добавят, ну, хотя бы новая локация. Ну, хоть последнее время, вот опять же, если мы смотрим на последнее время, что добавляют. Новые локации — это больше ивентовая история. А здесь уже что-то такое глобальное, новое. Прям, типа, вот, новый предмет, какая-то повозка. Вау, круто, здорово. Главное, чтобы не было как со шкафом. Вот все, я помню, было одно время мемчики. Люди ставили шкаф и говорили, вот это портал там на север в башню, вот это портал на третий этаж истязателей. А по итогу шкафы оказались просто предметами, в которые можно складывать ресурсы, броня, оружие и все в таком духе. Вот главное, чтобы повозка тоже не оказалась каким-нибудь предметом, в который можно предметы складывать. А то кто же его знает, может и такое будет. Посмотрим, поживем, увидим. Собственно, со своими мыслями я с вами поделился. Жду ваши мысли в комментариях. С вами был я, Ван Грешник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. У следующих сериях, видосик и так далее. Посылка в описании, Discord сервер и поддержка канала. Всем хорошего настроения. И я тут что-то еще хотел сказать вроде. Ну и еще анонсировали в группе ВКонтакте, как я понимаю, насколько я помню просто, обновление с волчатами, что типа будет новый набор навыков, но это давно пора. Надеюсь, еще изменения на севере у лютоволков, не у лютоволков, а у варга. У варга, надеюсь, будет изменение касаемо его бага, не бага, не знаю, что уж там случилось. Когда открываешь варга, перестают виднеться следы, либо понерфят и поправят, точнее, и будут уже наконец-то виднеться следы, либо добавят просто-напросто волкам еще 4 дополнительных навыка какие-нибудь по типу отслеживания варга на севере и так далее и тому подобное. Ну, хотя бы как-то поправить эту ситуацию, потому что, ну, не в радость бегать и искать этого варга по локации, когда ты уже ее полностью зачистил. Это какая-то трата времени. Искусственное увеличение нахождения на севере. Это было бы прикольно тогда, когда ты вот только начинаешь играть. Например, новый игрок зашел, он пошел на север, для него это новинка, и он понимает, что, ну, вот было только так, по-другому не было. А когда ты уже знаешь, что вот оно буквально там недавно было дело на полминуты, и сейчас тебе приходится шарахаться по одной локации в течение 5 минут, чтобы эту собаку сутулую найти. Ну, такое ощущение прям не из самых лучших. И вот надеюсь на исправление данного прикола. Так, в целом-то, поправлять-то больше вроде как нечего. Багов в последнее время, надеюсь, и после обновления нас ничего такого не ожидает. Дай бог, чтобы все работало четко, красиво, адекватно. По-моему, даже с управлением починили тему, то, что хилки-то не срабатывали. В последнее время все очень даже хорошо в этом моменте. Надеюсь, наверное, я как-то не обращаю уже на это внимания. А может быть и нет. Все, всем хорошего настроения, всем пока. Дарите мужикам компы без повода и без причины. Ведь многого не надо.
Чтобы быть счастливым, я подарю вам всем компы от души. И я подарю вам ноты, желтые, красные, синие.